Всем большой привет! Совсем скоро Новый год, и пора задуматься о том, что же подарить своим близким. Если вы еще не придумали, что подарить своим родным, друзьям, лучшим подругам, любимому человеку, то сегодня мы вместе с Наташей Нафи999 расскажем вам о том, какие мы подарки подготовили для своих друзей, родных и близких. И, возможно, мы подскажем вам интересную идею, которую вы сможете воплотить для своих родных. Юлечка, какой Новый год тебе запомнился больше всего? Что-то самое яркое, запоминающееся было? Наверное, это из детства. Я не помню точно, сколько мне было лет. Наверное, 5 или 6. И только вот начали выходить приставки Денди. И они были буквально у единиц, и мы с сестрой просто мечтали о ней. И именно в этот год была настолько снежная зима, нас настолько засыпало, что буквально перед самим Новым годом в 9 или в 10 часов вечера рухнули все провода на улице, и весь район остался без электричества. Ну а нас, малышню, разумеется, разогнали спать. Но утром это была просто сказка. У бабушки был огромный-огромный зал, и там стояла огромная елка. Ну и самым дорогим подарком для них, конечно же, оказалась там приставка Денди. И все те десятки коробок просто ушли на дальний план, мы засели играть, а потом уже потихоньку распаковывали все остальные подарки. Вот именно этот Новый год, наверное, был для меня самый-самый-самый запоминающийся. На самом деле, Новый год — это именно тот праздник, когда подарки могут быть самыми дешевыми, самыми простыми, но если их украсить по-новогоднему и красиво преподнести, то это будет все очень круто, очень здорово, и человеку будет очень приятно. Я выбрала вот такой вот наборчик от Venus. Я слышала огромное количество позитивных отзывов о нем. Кстати, здесь колокольчик. Вот такой вот наборчик, куда входит 3 лезвия и еще отдельно косметичка, в которой можно это переносить. Отличное качество, сама пользуюсь такой бритвой, она обалденная. И вот так вот по-новогоднему я решила украсить коробочку. И почему бы и нет, я думаю, такой подарок тоже имеет место. Это уже торговая марка Vella. Сюда в подарок входит шампунь, бальзам и также небольшой лак для волос. Да, лак для волос. Вот так вот выглядит упаковочка. И я, разумеется, также ее решила украсить по-новогоднему, чтобы было веселее и интереснее. Также в качестве головного убора можно подарить вот такой вот обруч с пушистыми наушничками. Они у меня черного цвета. Взяла именно черные, потому что у моей сестры черные перчатки пушистые. И я их подбирала именно под ее перчаточки. Очень красиво и стильно смотрится это на голове. И ушки всегда в тепле. Эту крышку я купила для себя. Да, вот такой вот подарок я решила сделать сама себе. Уж очень я люблю красивые новогодние большие кружки, так как чай я в основном пью только зимой. В другое время года я чай не очень люблю. И я набросала туда внутрь снега, красные ягодки, украсила это все снежинками и сверху колокольчиком. Думаю, такой подарок тоже очень может быть. Также неплохим подарком будет расческа от Tanger Teaser. Я считаю, что эта расческа хорошая, но цена на нее немного завышена. У меня есть такая расческа, я много вам о ней рассказывала, и я считаю, что эта расческа отличная именно для подарка. Потому что если ты просто себе хочешь купить расческу, то немного жадничаешь на нее такую сумму денег. А для подарка это будет очень здорово, и я думаю, любая девушка будет очень рада получить в подарок вот такую вот знаменитую расческу, которая прогремела на весь YouTube. Также всем своим подружкам можно сделать очень полезный и приятный подарок в качестве вот таких вот симпатичных бальзамчиков от EOS. Это бальзамы для губ, они все прозрачные, у них потрясающий запах и очень приятный вкус. Каждой подружке по бальзамчику, мелочь, а приятно и полезно зимой. Я не могу не показать вам вот эту палетку от Urban Decay. Если у вашей девушки еще нет такой палетки, поверьте, она будет счастлива ее получить. Здесь большое зеркало, которое пригодится каждой девушке. Вот эти 2 оттенка можно использовать на каждый день. И как под бровь, и просто на обычный такой нежный нюдовый макияж. И здесь огромное количество потрясающих оттенков для макияжа из смоки. Темно-коричневый, бордовый сейчас вообще пиковый оттенок, темно-синий, бутылочно-насыщенно-зеленый, серый, коричневый, черный и, конечно же, обалденный-обалденный карандаш.
Я считаю, что черный карандаш от Urban Decay — это лучший черный карандаш для глаз. Он мягкий, он пигментированный, он держится 24 часа и никуда не убегает. Это потрясающая палетка в качестве подарка на Новый год. Но если для вас эта палетка дороговата, я вам покажу похожий вариант, но чуть-чуть подешевле. Эта палеточка также для макияжа и смоки от торговой марки NYX. И здесь обалденные оттенки. Сейчас я достану свою, чтобы не открывать вот эту, и покажу вам поближе. Вот подарочная упаковочка, а вот упаковочка моя. Сейчас я ее открываю. Эта палетка не раз была в моих фаворитах месяца. И здесь вот такие вот оттенки. Тоже черный, тоже насыщенно бордовый. Синий, нежно-коричневый и потрясающий такой бело-золотистый. Также есть черный шиммерный. С вот этими двумя оттенками можно сделать потрясающий нюдовый макияж, если добавить немного синего или бордового, уже более вечерний, и отличный смоки айс. Качество теней отличное, здесь просто немного меньше оттенков, чем в предыдущей палетке, и здесь нет зеркала, но тени просто потрясающие. Они недорогие, и если к ним добавить еще два карандашика от NYX, белый для дневных макияжей, черный для смоки айс. Также, если говорить о подарочках, которые подороже, то я вам посоветую приобрести для любимых и близких, для мамы, для сестры, для бабушки, вот такой вот потрясающий набор. Это маникюрный набор от торговой марки Stalex, и я его просто обожаю. Вы посмотрите только на внешний вид. И скажу вам, как человек, который учился на мастера по маникюру, и человек, который работал в этой сфере, эти инструменты, они лучшие, лучшие по качеству. Я сейчас открою эту упаковочку. Посмотрите, как все красиво. Сюда входит двое щипчиков, пинцет, двое ножничков, лопатка металлическая и стеклянная пилочка. Такие наборчики есть поменьше, в половину меньше, и стоят они, разумеется, тоже поменьше. И если мы уже заговорили о ногтях, то потрясающим подарком для девочки, девушки и женщины будет набор для стемпинга от торговой марки Conad. Это самый маленький наборчик, который есть на сайте. И можно покупать не наборчик, а создать наборчик самому. Отдельно приобрести скребок и штампик. Он более крупный, двухсторонний. И отдельно выбрать пластинки, такие, какие вам нравятся. Отдельно набрать лаки Conad и создать свой наборчик. Такой наборчик будет уже подороже, более большой. Это также торговая марка Conad. Сюда входит 3 оттенка лака. 3 или 4 пластинки, я уже не помню, здесь у меня очень много пластиночек, я их коллекционирую, поэтому уже не помню, сколько было их изначально. И также идет штампик. Это моя любовь, вы знаете, как я люблю стемпинг для ногтей. Если вы не умеете рисовать, то сделайте себе такой подарок сами. Отличный набор, как большой, так и маленький, или поштучно себе наберите все, что хотите. И также совсем недавно мне пришла новогодняя пластиночка от торговой марки Leslie. Это также диск для стемпинга. Это не Conad, это именно торговая марка Leslie, и я оставлю вам на нее ссылочки. Я уже вам ее показывала в Instagram, у вас было очень-очень много вопросов. Эти пластиночки покрупнее, здесь больше рисунков. Такой подарок будет приятно получить и тому, у кого еще нет стемпинга, и вы добавите эту пластинку к штампику и скребку. Или если у вас уже есть стемпинг, а новогодней пластиночки не было. Ну а если вы любите очень сильно позаморачиваться в подарках и делать их своими руками, то я вам хочу предложить вот такого вот милого снеговичка. Я обязательно оставлю для вас видео, в котором полностью все описано, показано и рассказано, как сшить такого снеговика. На самом деле все не особо сложно, и если постараться, то можно вот такую красоту сделать за один день и подарить своим близким. Ну и если вы любите уж очень сильно конкретно позаморачиваться и посвятить подарку не один день, то можно вот такое вот новогоднее дерево смастерить. Это топиария новогодняя. Также они называются дерево счастья. Я сделала его сама. И у меня есть отдельное видео, в котором я показываю и рассказываю полностью, как его можно сделать. Насобирайте шишки, немного новогодних игрушек, купите горшочек, который вы сможете разукрасить так, как вам захочется. И вот такой вот потрясающий подарок вы сможете подарить своим родным и близким. И, конечно же, раз уже мы с вами заговорили о подарках, я хочу разыграть для вас вот такой вот косметический набор от торговой марки Mimimi.
Эта торговая марка недавно появилась у нас в Украине. Снимаю картоночку. Вот такая вот красивая, стильная черная упаковка. Вот так вот все открывается. Открыточка с макияжем. И что у нас здесь есть в наборчике? Тени. У меня есть такие тени в таких же оттенках, и они мне очень нравятся. 4 зеленых, насыщенно зеленых оттенка, которыми можно сделать также потрясающий смоки айс. Я люблю смоки айс. И также сюда входит подводка в виде фломастера. Я также о ней рассказывала в своих фаворитах, у меня есть такая же. Также в наборчик входит тушь, тушь для объема ресниц. Я такую тушь не пробовала, поэтому надеюсь, вы обязательно мне потом расскажете. И карандашик для глаз тоже входит в упаковку. Сюда входит жидкий хайлайтер, который можно добавлять как в тональную основу, так и использовать самостоятельно. Один в золотистый оттенок, бежево-золотистый, второй уходит в нежно-розовый. Также для губ и щек есть более насыщенно розовый оттенок, как румяна можно использовать. И еще один идет также и для губ, и для щечек. Он более такой насыщенный бордовый цвет. Мне очень нравится, как торговая марка Мимими подходит к упаковке своей продукции. Очень все нарядно, празднично. Поэтому я именно на ней и остановила свой выбор в качестве подарка для вас. Также хочу добавить к этому всему одну упаковочку с тенями. Это такие же тени, как в большой упаковке, только здесь зеленые оттенки. А здесь у нас идет такой необычный коричнево-зеленый, оранжевый и 2 оттенка бордовых. Потрясающий макияж сейчас в интернете с бордовыми оттенками. Этот оттенок сейчас очень популярный, и я с удовольствием дарю ее вам. Еще раз покажу вам все призы. Победитель будет один, и конкурс международный. Все правила конкурса будут в описании под этим видео. Заходите, читайте, ничего не пропустите. Правила будут очень простые. Участвовать в конкурсе могут абсолютно все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Вы видели некоторые подарочки, которые ждут уже следующего конкурса, после того, как закончится этот. Новый год будет насыщен подарками, насыщен праздниками, хорошим настроением, улыбками. А вы готовьтесь, покупайте подарки, чего можно ждать? Кыш, 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 по магазинам. Всем пока!